Терамобил, Нефтекамск, Янаульская 1А, телефон 236-88. Напомним, что начальник отдела по работе с территориями села Амзи Альберт Вафиев получил письмо от руководства управления противопожарной охраны. В нем было указано, что из-за многомиллионных долгов деревообрабатывающего предприятия 30 декабря пожарный караул Амзинского лесокомбината будет снят с суточного дежурства в связи с увольнением. Но вопрос благополучно разрешился в канун Нового года. Руководство предприятия начало гасить задолженность. Никого пока увольнять не стали, и пожарная часть номер 3 работает в штатном режиме. Однако вопрос о закрытии может возникнуть вновь, так как многомиллионная задолженность пока полностью не погашена.